Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4, и это Династия Стекеленбург. Вы смотрите 183-ю серию. Добро пожаловать! А наш Эйприл в прошлой серии пригласила в гости Джареда. Господи, я все время забываю, как его зовут. Да, правильно, Джаред его зовут. И давайте с ним пообщаемся, пригласим его потанцевать, или они уже танцуют. Короче говоря, это сын Юстаса, если вы забыли, сын Юстаса и его дочки Элизабет. Как я вам говорила, он у нас похож внешне очень сильно на Юстаса, но вот цвет волос у него от мамы, короче говоря, такой смешанный сыночек. И он наш ровесник, нашей Эйприл, поэтому я думаю, что им можно пообщаться. Кстати, ребят, я знаю, вы мне пишете иногда в комментариях, что там был мальчик Фрэнк, с которым наша Эйприл познакомилась, когда я была еще ребенком. Да, было такое дело, давайте расскажем анекдот про вампиров, но, к сожалению, он почему-то, этот Фрэнк, пропал. Он был у нас как бы из семьи, сгенерированной игрой, и почему-то у меня эта семья исчезла, и теперь ее в редакторе нет. Так бывает с симами, которых генерирует игра, они иногда появляются, иногда пропадают. Если симы живут не в домике, то есть, а просто так, они бездомные, они могут вдруг исчезнуть. Это я уже стала замечать, поэтому, к сожалению, этого мальчика нет, и пока у нас ровесник нашей Эйприл только Джаред. Вообще, во всей игре больше подростков я как бы не замечала. Так, Андрея, давай-ка ты пойдешь спать, и вообще я хочу, чтобы все сейчас выспались. И где наша Шарлоточка? Шарлоточка у нас общалась с Селесточкой. Селесточка, по-моему, ушла, да, ребят? Не ушла. Короче, я не вижу, где Селеста. У нас была в гостях Селеста, но, видимо... А, она, наверное, пошла в телескоп, потому что кто-то сидит в телескопе, но я не вижу Пломбоба. И, наверное, скорее всего, это кто-то не наш. Да, это, наверное, Селесточка. Но она как бы наша, но вы знаете, что она переехала. И все, теперь она с нами не проживает. Так, ребят, давайте мы всех покормим. Я хочу, чтобы мы максимально подняли всем нашим симам потребности, ну и Эйприл в том числе. Пусть она еще немножко пообщается с Джаредом. А, кстати, мы узнали его черты характера, пока общались. Он, оказывается, активный и неизвестная черта. Не узнали, значит. Я думала, что мы узнали и забыла. А, давайте мы дадим ей действия узнать получше, потому что мне интересно, какая у него черта характера, какой чертой наделила его игра, потому что это может быть что-то интересное. Ну, это всегда интересно. Я вообще обожаю узнавать у симов, кем они работают, какие у них черты характера и в браке они или нет. Ну, пока Джаред еще молодой, то есть он еще подросток, он, конечно же, не в браке, мы это сами знаем, хотя он кокетливый, как вы видите. Куда прощаться? Я хочу узнать, какая у тебя черта. Он сразу прощаться. Видимо, очень хорошая черта, что он нам решил ее не рассказывать. Да, мы знаем только то, что он активный, а следующая его черта осталась пока в тайне. Что ж ты скрываешь, Джаред? Ладно, мы узнаем еще обязательно твою черту характера, но немножко позже. Так, хватит. Ой, Селесточка идет. Пообщайся со своей тетей немножко. Давай ее ободри, а то она грустная, конечно. Все грустные после смерти Лорочки. Давай ты с тетей своей родной пообщаешься, со своей любимой тетей. Давайте обсудим интересы, пусть они поговорят. Хотя вообще Эйприл нужно уже и спать, и кушать. Будем сейчас всем поднимать потребности. Даррен, иди, наверное, ладно, иди спать. И давайте всех тогда отправим на боковую. И Эйприл тоже. Пусть немножко пообщается с Селесточкой. Пусть покушает и будем отправляться спать. Дело в том, что, ребят, сегодня я хочу отправиться в поход. Ну как сегодня? В этой серии. Ну не сегодня, да уже сегодня. Да, уже почти час ночи. Но, конечно же, не ночью мы отправимся в поход, а с утра, ну в общем, при свете дня, когда солнышко взойдет, я хочу, чтобы наши симы отправились в поход. Но пока нужно, чтобы все они были в хорошем настроении, поэтому пусть высыпаются, пусть отъедаются, пусть повышают свои потребности. А потом уже, когда у них будет хорошее настроение, я так крышу уберу ее. Я так крышу и не сделала. Вот, когда у них будет хорошее настроение, с утреца мы отправимся в поход. Вы знаете, что у нас есть традиция. Если у нас в доме, в семье беременная симка, да, Селесточка? Кстати, а когда Селеста была беременная, мы ходили в поход? Чё-то я этого не помню, ребят. Наверное, когда Селеста была беременная, не ходили. Ну, мы очень часто... Ой, смотрите, какой у нее живот вырос. Я и не замечала. Давайте Селесте предложим потрогать живот. Давайте расскажем ей главные новости, хотя мы уже рассказывали ей в прошлой серии. В конце прошлой серии мы рассказали ей главные новости. И давайте попросим потрогать ее живот, жаловаться на молодежь. Ладно, сейчас я попытаюсь найти это действие. Не всегда оно появляется. Так.
Так, давайте провести время вместе. Ну, куда тебе пора, Селесточка? Ну, задержись, смотри, твоя сестричка двоюродная беременная. Поздравь ее, у нее скоро малыш родится. Давай попробуешь живот потрогать. Я очень хочу, чтобы это действие мы сделали обязательно. И Селесточка, и все остальные. Так, наверное, еще нельзя. Вот, предложить потрогать живот. Оказывается, можно уже. У нашей Шарлоточки третий триместр через 16 часов. Ребята, у нее уже второй триместр, и оказывается, скоро третий. Очень быстро летит ее беременность, как-то реально очень быстро. Вот, поэтому вы знаете, что у нас, когда Симка беременная, то мы очень часто отправляемся в поход. Эту традицию мы основали еще, когда Венди была беременной Селесточкой. Тогда только вышел набор в поход, и мы в первый раз отправились в поход, когда Венди была беременной Селесточкой. Да, это было очень давно. Я не помню, ребят, в 65-й, наверное, серии, ну, где-то так. Вот, давайте мы еще пообщаемся немного с Селестой, поднимем ей настроение. Макс будет отмечать день рождения. Вообще круто. Нет, Макс, ты день рождения отмечать не будешь. Мы, конечно же, тебе дадим зелье омоложения. Ему еще 2 дня, ну, в принципе, нормально. Нужно будет не забыть его напоить зельем, а то он постареет, и все, тогда это будет очень плохо. Да. Тогда он мало проживет. В общем, постараемся не забыть и напоить его зельем. А, вот, так вот, ребят, сегодня я уже, кстати, наших симов переодела, я им уже подобрала наряды для похода, и они уже готовы с утреца собирать чемоданы и отправляться. Все, Эйприл, ты у нас тоже идешь спать, и Шарлоточка тоже спать, все по своим комнатам, все по своим, да, хаткам. Нет, наша Шарлотта как бы не сильно спать хочет, но, наверное, все-таки ей стоит лучше выспаться, потому что она беременная. Вот, Селесточка, я бы с радостью тебя тоже отправила к нам спать, но ты живешь уже не у нас, и управлять я тобой не могу. Но если хочешь, пожалуйста, заходи в комнату, в любую, ложись спать. Но она, конечно же, не пойдет. Очень жалко. Если б я знала, что Селеста... Ну, если что Лора умрет сразу же через серию после того, как я отселю Селесту, я бы этого никогда в жизни не делала. Я бы ее никогда бы не отселяла. Но, к сожалению, как получилось, так получилось. Но вы видите, что Селесточка очень часто к нам приходит. И она даже скорбеть побежала. Нет, не побежала, но хотела. Ладненько, будет она часто нас навещать, и мы, конечно же, будем ее видеть очень-очень часто. Так, проснулся у нас Блейк, давайте отправим его в туалет, и Макс проснулся. Макс, ты кушать хочешь приготовить? Я хочу, чтобы ты нам есть приготовил. Давайте Макс с утра чего-нибудь вкусненького приготовит. У него уже 5-й навык кулинарии. И он уже, в общем, знает множество рецептов, поэтому он с утра накормит всех вкусной рыбой, сейчас он ее приготовит, и наша семья подкрепится и отправится в поход. Но перед тем, как мы отправимся в поход, я хочу еще одно действие сделать, потому что я забуду иначе. Я хочу познакомить вас с дочкой Ульфа. Ульфа уже, я не знаю, серии 5, как родился ребенок, я ему доченьку сделала с его женой, но все забываю вам показать, поэтому мы сегодня, прежде чем отправимся в поход, зайдем к Ульфу в гости, вы просто посмотрите на этого ребенка, чтобы знали, да, что у Ульфа есть ребенок, и она девочка, школьница, уже в школу ходит, а мы до сих пор как бы с ней не встретились. Что же мы за родственники такие? А, вот, и еще, ребят, хотела сказать, что меня как-то очень кое-что смущает. Я переставила урны все. Здесь у нас посередине Андрюша и Конни, здесь с Маркушей и Венди, и с другой стороны Лорочка и Вилли. Ну, как бы родители Андрюша и Конни, и их двое детей, Лорочка и Маркуша. Смотрите, ребят, если мы наводим на урну Марка, здесь написано «Марк Стекеленбург». Если мы наводим на урну Лорочки, вот, написано «Лора Стекеленбург». Смотрите, я навожу на урну Вилли, ничего нет. Навожу на урну Андрюши, ничего нет. Конни, то же самое. И когда я навожу на урну Венди, тоже ничего нет, только Марк и Лорочка. Если я выбираю действие, тыкаю на урну, например, Андрюши, есть действие «Уничтожить и положить в багаж». То же самое Конни, Венди и Вилли. И у нас кое-что случилось с деревом рода. Давайте я вам его покажу. Как вы видите, у нас очень многие пропали. Лорочка и Маркуша остались, а вот Венди пропала. И пропали уже давно, пропали у нас Конни и Андрей. И давайте, по-моему, еще Вилли пропал. Сейчас мы... Так, нужно Вилли нам выбрать. Давайте выберем Лорочку, Шарлоточку. И, как вы видите, у Шарлоточки написано, что у нее есть только мама, а папы как бы нет. Ну, в общем, это все очень странно. И, по-моему, вот эти урны все поломались. Работает только урна Лоры и Маркуши. Поэтому, скорее всего, когда мы вернемся с похода,
Я буду вновь восстанавливать урны, как я это делала с Конней, с Андрюшей, когда их урны поломались, когда вообще мы не могли урну Андрюши восстановить, потому что она осталась на другом участке. Вот, и не могли мы... Конни, она там тоже сломалась, я тоже ее восстанавливала, так что, скорее всего, если это так, они сломаны, то уже к следующей, не к следующей серии, а когда мы вернемся с похода, я эти урны восстановлю, и все будет у нас нормально, я надеюсь, все будет в порядке, как и было, потому что, если вы заметили, уже давно никто не приходил. Я вот помню, совсем недавно, серии 4 назад приходил Маркуша, было дело, Марк приходил, он там с Эйприл еще сидел вместе, в компьютере сидел, помню, приходили Конни и Андрюша в один день, это был тот день, когда 170-я серия, да, 170-я, когда наша Шарлоточка делала выбор среди парней, а вот когда приходил Вилли, когда приходила Венди, ребят, я вообще про это забыла, по-моему, их уже 100 лет у нас не было, то есть, скорее всего, правда, эти урны сломаны, меня это очень расстраивает, потому что я очень люблю, когда приходят призраки, они часть нашей семьи, и без них, конечно же, очень плохо. Так, иди давай принимай ванну Андрея, давайте мы всех будем повышать потребности. Да, что-то ты выпить решил, Макс? Ты что, выпиваешь, что ли? Я не поняла. А, нет, он посуду моет. Ну, это правильно. Посуду, смотрите, они с Блейком на хозяйстве. Блейк, иди поднимай свой досуг. У тебя досуг низкий. Я хочу разобрать на детали. Это я чуть куда это я нажала? О, мы можем разобрать на части телевизор? Ну уж нет, телевизор мы разбирать не будем, он у нас дорогой, хороший. Итак, давайте мы, наверное, разбудим все наше семейство, пусть все просыпаются и пусть все идут кушать то, что приготовил Макс. Макс, ты там приготовил или нет? Говори, вот, Макс приготовил, и он сейчас пригласит всех к столу, вся семья у нас сейчас сядет и вкусненько покушает. У нас будет семейный завтрак в 7 часов утра. Так, а вот это мы отдадим на Набаку. Да, приглашай всех. Мы сейчас всем семейством нашим большим или небольшим покушаем и отправимся. Ну, на самом деле уже как бы небольшое семейство, потому что 6 симов осталось. Такого уже давно не было. У нас обычно всегда по максимуму 8 симов в семье, но сейчас 6 симов. На самом деле их 7, потому что ребеночек Шарлотты еще не родился, а возможно 8, если у Шарлотты двойня. Я вам говорила, что в принципе я буду не против, если у Шарлоточки родился двойня, ну если вдруг у нее родится двойня. Но, честно говоря, хочется одного ребенка, потому что я люблю, когда рождаются по одному. Вот не знаю почему. Как бы двойня это хорошо, двойное счастье, но не для меня. Мне вот как-то хочется, чтобы по одному все рождались. Так, Эйприл, иди давай кушай. Все мы сейчас отведаем вкусного, я не знаю, блюда, которое приготовил наш дорогой Макс. И отправимся в поход. Я вам, кстати, еще заодно покажу, как я переодела наших симов. Давайте мы сейчас покушаем и зайдем в зеркало, в шкафчик и посмотрим, как я их переодела. Давайте пусть Андрея с Шарлоточкой немножко пообщаются. Похвалит пусть Андрея ее наряд, и вообще они ж лучшие подружки, ребят, а в связи с последними событиями, с тех пор, как Шарлоточка начала с ума сходить по своим парням, она не могла выбрать, и теперь с беременностью, как это у Андрея очень мало времени на Шарлотту, и лучшие подруги общаются очень мало. Но с другой стороны, и у Андрея тоже дел полно, у нее вот дочка-подросток, ей нужно за ней смотреть, вот, ну, в общем, все в своих заботах, но нельзя забывать о дружбе, они у нас лучшие подружки, поэтому пусть они общаются всегда, и пусть никогда их дружба не угасает. И смотрите, у них отличные отношения, на 100% у них дружба. Вот, меня это очень радует. И, кстати, даже с дочкой у нее отношения похуже. Давайте мы похвалим наряд Эйприл, выразим восхищение, будем общаться и с доченькой, и с сестричкой своей двоюродной, со всеми будем общаться. Вот, а потом, конечно же, зайдем, как я вам уже сказала, в зеркало. А давайте мы... этого, господи, Даррена маленького нашего отправим, чтобы он показал нам наряды, которые я подобрала для нашей семьи. Даррен, давай иди в зеркало, в свою комнату, изменить внешность и покажи, что же мы подобрали всем. Кстати, ребят, мы же отправимся, как вы знаете, в поход в тот самый домик, в который мы ходим всегда. Что такое? Тебе что, кракозябля мешает? А нет, ему не кракозябля мешает, ему мешают, по-моему, вот эти вот штуки. Что? А, он... Так, подождите, он сам с собой общается. А, кстати, ребят, еще есть такое действие возле зеркала, но я это не на Даррене покажу, а на какой-то девчонке. Можно одежду менять и показывать. Вот сейчас Даррен Что, не можешь, да? Тебе кракозябля все-таки смущает. Ладно, давайте я отодвину вот эти вот бейсбольные принадлежности или, я не знаю, какой-то игры. Только я боюсь, что так он не сможет подойти...
Давайте вот сюда поставлю, если сюда можно. Наверное, можно. Ну, просто у нас Даррен активный. Нет, он не активный. Он просто у нас работает в карьере спорт. И мне кажется, что вот эти штуки ему очень даже нужны. Поэтому я их и поместила ему в комнату. Итак, мы находимся в кассе, и давайте я покажу наряд каждого. Я каждому выбрала наряд последний, то есть первые, там, если есть другие варианты, это их обычные одежды, и повседневный наряд последний, это наряд походный. Вот так пойдет в поход наш Даррен. А давайте посмотрим на Макса. Макс у нас следующий идет. Вот, кстати, не пойму, почему они идут в такой очередности. Сначала Даррен, потом Макс, потом Эйприл, как-то совсем не по возрасту, как-то странно. Может быть, не по алфавиту, потому что по алфавиту первая бы шла Андреа. Ладно, вот наш Макс, в таком виде он отправится в поход. А наша Эйприл, ей тоже подобрала одежду, она отправится в поход в таком виде. А Шарлоточку я вновь одела в голубое, не знаю почему. Смотрите, сколько у Шарлотты вариантов одежды. И такой, и вот такой, и в таком варианте она у нас отправится в поход. Мне нравится, как я ей в прошлый раз подобрала все голубое. Ей очень идет, оказывается, голубой цвет. Так, это у нас одежда Андрея в поход и одежда Блейка. И, кстати, ребят, сразу хочу вам показать, что наши девчонки, они поправились. Да, все абсолютно. Смотрите, какая Эйприл. Ну, вот в талии вообще я не вижу. Может быть, у нее фигура сама такая, но мне кажется, что ей не помешало бы похудеть. Поэтому мы будем этим заниматься в походе. Да, мы в походе будем худеть. Я на том участочке, где мы будем жить, поставила беговые дорожки, и наши девчонки, они будут, и не только беговые дорожки, я поставила им все для медитации, для здорового образа жизни. Короче говоря, наши девчонки, они будут не только в походе отдыхать и воздухом дышать, они у нас будут еще заниматься спортом, чтобы сбросить свои лишние килограммы. Посмотрите на Андрея, ну вообще, ну что ж такое, худенькая такая была, тонкая, звонкая, а сейчас, ну, очень сильно поправилась, и поэтому мы будем в походе еще худеть, и я надеюсь, что с походом мы все вернемся, наши девчонки вернутся стройные, красивые и подтянутые. Но прежде чем мы отправимся в поход, я все-таки хочу заглянуть к Ульфу, чтобы показать вам его дочку. Андреа, на что ты так пристально смотришь? Она смотрит на фотографию Лорочки. Лорочки и Вилли, боже мой, Лорочка и Вилли, когда же вы к нам придете в привидения? Это было бы очень хорошо, если бы они парами бы приходили. Ну, иногда такое бывает. Ой, кстати, ребят, я пропускаю момент. Я дала Андрее задание, чтобы она потрогала живот нашей Шарлоточки. Уже вот еще раз попросить потрогать живот, пусть потрогает живот. Давайте мы сделаем скрины, потому что они подружки, и давайте пусть они так пообщаются. Конечно же, Макс тоже потрогает живот, вы об этом не переживайте, я такие моменты никогда не упускаю. Смотрите, какие у него глаза, такой взгляд. И, в общем, да, конечно же, Макс тоже потрогает живот, но это мы уже сделаем, наверное, в походе. Вот, а сейчас я вам еще хочу показать действие, о котором я говорила. Блин, у нас даже зеркала такого нет классного, перед которым можно было бы это сделать. Давайте зеркало какое-то купим и поставим его в гостиной. Я просто хотела вам показать. Наверное, вы все это знаете, это я сама такая... Сама недавно узнала об этом действии, что можно просто перед зеркалом наряжаться и менять наряды. Я хочу купить какое-то дорогое зеркало. Слава богу, у нас деньги имеются. Да, даже за 507 миллионов мы вполне можем себе позволить зеркало. Вот только куда его поставить, я даже не знаю. Может быть, здесь поставим зеркало? Ну, давайте его поставим здесь. А потом, может быть, я куда-нибудь его перемещу. И кого мы попросим? Ну, давайте мы попросим Эйприл подойти к зеркалу и... Подождите, примерить одежду. Да, по-моему, так называется это действие. Пусть подходит, пусть примерит, а мы посмотрим. Короче говоря, Симка просто крутится перед зеркалом и меняет разные варианты своей одежды. Я просто этого действия раньше никогда не видела. Вот, смотрите, она одела купальничек. Потом раз поменялась такая классная, взяла, одела одежду для похода. Потом взяла, одела спортивную свою одежду. То есть просто Симка берет и крутится перед зеркалом и показывает все свои варианты одежды. Ну, просто я, ребят, этого действия никогда не видела, поэтому, когда я его обнаружила, я, честно говоря, очень удивилась, и мне оно понравилось. Вот так она даже крутится перед зеркалом. Смотрите, она даже пришла в кокетливое состояние. Отлично выглядите, примерка одежды. Вот так, оказывается, бывает. Так, ну, ребят, мы не будем долго сидеть дома, потому что нам пора уже отправляться, и давайте мы дадим задание Андреа отправиться с... Почему Андреа? Потому что она самая близкая родственница
Ульфу. Мы сейчас всей семьей, конечно же, особо-то Макс и Блейк не имеют отношения, да и Шарлотта тоже к Ульфу. К Ульфу имеют отношение Эйприл и Даррен, ну и Андреа, потому что они как бы кровные родственники, а остальные постольку-поскольку. Но мы, так как мы все будем ехать в поход, то мы, типа, прежде чем ехать в поход, заедем к Ульфу в гости. И еще хочу вам новость одну сказать. Нельзя, к сожалению, с путешествия зайти в редактор семьи. Я вам просто покажу, что у Майкла и у Ирмы Грей, у них, в общем, родился ребеночек. Да, у них родилась девочка. Совсем недавно я создала эту девочку перед этой серией. Вот, то есть она совсем маленькая еще. И когда у Шарлотты родится ребенок, они, наверное, даже будут, ну, почти, наверное, ровесниками. Может быть, совсем немножко старше будет эта девочка. Я просто очень переживаю, что Майкл, он уже давно пожилой, он может умереть. И я хотела все-таки ребенка. И почему девочку выбрала, не знаю. Просто пусть будет девочка, но наугад. Я не знаю, кто родится у Шарлоточки, поэтому вот как-то наугад выбрала. И вот вы видите, вот эта девочка, это дочка Ульфа и его жены вот этой. И давайте мы их посетим и, ну, как бы нанесем им визит. Так, мы прибыли в гости к Ульфу, и вот она, его доченька. Конечно же, она похожа на Ульфа, она похожа на все их семейство. И темненькая она такая, зовут ее Хейли. А сначала я хотела ее назвать Хельгой, но вы знаете, в честь кого? В честь бабушки Ульфа, в честь прабабушки этой девочки, но потом что-то передумала, и похожее имя решила подобрать, и назвала ее Хейли. Вот, это Хейли наша, она, когда подрастет, вы увидите, что она очень похожа на все семейство Рейдж. Это доченька Ульфа и его жены. Кстати, где жена? Жена тоже здесь у нас. Жену зовут Пейдж. А Пейдж, которая на самом деле Рейдж, но все, я ей забываю фамилию переименовать. Так, что такое, Даррен? Ты почему рассердился? Когда-нибудь я обязательно, ребят, это сделаю. Даррен рассердился, потому что он детей не любит. Кстати, она его родственница, эта девочка. А, кем же она ему приходится? Боже, я, ребят, даже не знаю. Кем она ему приходится? Смотрите, Андреа и Ульф, они двоюродные брат и сестра. Значит, их дети, получается, ну и Селеста, и Ульф тоже двоюродные. То есть они, получается, Даррен и вот эта Хейли, они троюродные. Троюродные брат и сестра. Но Даррен это совсем не радует. И он вообще не нравится ей эта девочка. Давайте он пусть посмеется над одеждой и скажет: «Как ты вырядилась, девочка?» Ой, поднять настроение. И я хотела узнать ее черту характера. Узнать получше. Конечно же, я знаю ее черту. Она у нас холерик, потому что все у нас рейджи, такие холерики. Это их семейная черта. Он там Юстас идет где-то вдалеке. Вот, это семейная черта рейджев. Они у нас все холерики. Ну, в общем, ребят, чтоб вы знали, это доченька Ульфа. И это кто идет? Это, по-моему, Кай идет. Или Крис. Нет, это Кристофер. Кристофер идет. В общем, она холерик. И все. Мы, прежде чем уехать в поход, навестили Ульфа, пожали ему руку, сказали: «Привет, Ульф, как дела? Будем к тебе заходить, заходи к нам», и мы уезжаем в поход. Так, давайте мы выберем действие, наверное, как-то отправиться в поход. Интересно, можно с чужого участка отправиться в поход? Да, то есть не в поход, а в отпуск, да. Мы отправляемся в отпуск со всеми нашими домашними. О, кстати, ребята, а может мы Селесточку можем взять? Я была бы очень рада, если бы Селеста могла с нами пойти в поход. Только не забыть бы всех наших. Давайте Блейк, Макс, так, раз, два, Блейк, Макс, три, четыре, пять, правильно, шестая Андрея, и я хочу еще взять Селесту, было бы очень хорошо, если бы она с нами отправилась. Ну и давайте заодно возьмем Тревора, потому что тоже жил с нами, член семьи, и все отправимся в поход. Андрея, давай, звони и говори: «Все, мы уже Ульфа поздравили с рождением ребенка, давайте, за нами карету присылайте, мы все едем в отпуск, будем отдыхать, будем худеть, будем наслаждаться жизнью». Мы отправляемся, ребят, в Гранит Фоллс, как обычно, на тот самый участочек, где мы частенько бывали. Я его немножко изменила, добавила там беговых дорожек, потому что нам, нашим девчонкам, нужно худеть, и стоит 1200 симолеонов в день. Это вообще очень-очень много. Давайте мы арендуем пока этот домик на 2 дня. Потому что нашей Шарлотте нужно будет рожать, и мы в любом случае не сможем родить в походе, поэтому, в общем, поэтому будем мы как-то на 2 дня. Потом, может быть, еще как-нибудь вернемся и добудем там наши, ну, короче говоря, это не последний наш раз в поход, и, может быть, когда ребеночек Шарлотты повзрослеет, мы отправимся в поход даже не беременными, а просто так.
Все, ребят, мы прибыли в поход. Я дала всем нашим домашним задание переодеться, кроме Селесточки и Тревора. Да, как-то я не учла, нужно было их переодеть. Ну да ладно, пусть они будут не в походном варианте. Главное, чтобы они с нами рядышком ходили, и это будет нас очень-очень радовать. Так, как обычно, мы в нашем домике, который мы арендуем постоянно. Тревор уже здесь как себя дома чувствует, да, пришел сразу, взял еду, которую приготовил Даррен, наверное, еще очень-очень давно. Прикол, да, Даррен, оказывается, эти чипсы еще приготовил, то есть достал и взял Тревор, короче, прикольно. И давайте мы, наверное, сразу начнем с того, что усядемся у костра, кому мы поручим это задание, давайте пусть Блейк разожжет костер, вот пусть остальные все сюда подходят, присаживаются, все мы посидим у костра и закончим на этом серию. Ну, обязательно мы в следующей и через серию продолжим здесь находиться. И вот то, чем я говорила, я убрала, здесь у нас стояла детский столик для поделок. Тут у нас стояла Лорочкина, я не знаю, мольберт Лорочкин здесь стояла. Теперь я сюда поставила, в общем, все для занятий йогой, для медитации и для... ну, в общем, поставила две беговые дорожки, чтобы наши девчонки худели. Как я вам говорила, они у нас сильно поправились, им просто необходимо похудеть. Так, и сейчас я всем дам действие. Давайте поджарим все мы зефирки, потому что это самое лучшее действие, как я знаю. Давайте я даже поставлю на паузу. Куда пошел? Ты куда пошел? Подождите, он хочет обнять. Ну, хорошо, обнимешь ты потом еще свою дорогую жену. Я сейчас всем дам задание поджарить зефирки, потому что, когда они жарят зефирки, они могут долго сидеть у костра, и вообще не парясь, мы будем за ними наблюдать. Так, и пусть Андрея тоже жарит зефирку. И Блейк, ой, то есть, господи, и Даррен. Давайте Эйприл пусть подбросит полено, чтобы костер ни в коем случае не затух. Главное, чтобы у нас, да, пожара не было, это самое главное. И все мы поджарим зефирки и посмотрим на наших симов. Привет, друзья, меня зовут Леонид, я ваш лесничий. Ладно, иди отсюда, не Леонид, мы знаем вообще уже давно, мы все знаем про поход, мы тут уже частенько бывали, вот, и новостей ты нам, Леонид, никаких не расскажешь. В общем, давайте посидим, посмотрим, как наши симы сидят у костра замечательно, собрались все. Я очень люблю, когда все симы собираются в одном месте, и мы можем за ними наблюдать. Это всегда очень хорошо. Замечательно. Вот, к сожалению, в поход мы отправляемся не так часто, как хотелось бы. У нас просто традиция у Стахеренбургов, когда кто-то беременный, мы все, ой, Селесточка подошла, мы все приходим в поход. Да, это очень хорошо, чтобы все собрались у костра, чтобы наши беременные симки подышали свежим воздухом. Блин, эта штука мне не очень нравится. Да, чтобы мы все подышали свежим воздухом и чтобы как бы насладились природой. Вот, поэтому мы, собственно, и ходим всем семейством в поход. Ну все, ребят, я буду на этом заканчивать серию, она и так получилась немножко длинной, 27 минут уже. Вы иногда мне пишите в комментариях, да, что серии бывают длинноваты, почему так получается, я не знаю. Обычно я планирую серию на 25 минут, а потом как получается. Бывает короче, бывает длиннее, так что, если что, прошу прощения, если серия опять длинновата. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.